годом. Желаю счастья без границ, удачи без перерыва, успеха без подвоха, богатой жизни без потерь. Мирослава Пилипенко, Александр Мазаев. Для шоу «Бесконечные новости». Дед Мороз, дай нам подарки. Нет, не дам. Я даю подарки только детям, которые хорошо кушают. Если у тебя нет настроения под Новый год, то никакой Дед Мороз тебе его уже точно не подарит. Одев. Что-нибудь вкусненького. Это полезно. Ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей. Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов. Поздравляю от всей души. В Новый год здоровья, смеха, уважения, успеха. Улыбаться, обниматься, в плен обидам не даваться. Где зима? Ой, все. Нет, я говорю веселое! Детство уходит тогда, когда перестают радовать то, что родители рано приходят с работы. Я не смеюсь. А я не дурачок. Вот это с пацаном живем. А ты что делаешь? А? Что? Без зеркала стучишь? Ничего. Дедушка Мороз, я хочу 3 шампуня для моих бабушек, 1 лак для моей мамы, 4 спортивного питания для папы, 1 большая машина Лего для меня. Интересно, какая она будет? Рита Кормильцев, 1В. Ну, правда, какая машина.